Всем привет, и мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды, и сегодня у нас испытание Клан Фуд. В этом испытании 3 эпизода, ограничено количество героев, только играют 7 составов всевозможных черепашек. Так как всего лишь 3 состава, для первого боя давайте-ка я возьму черепашек из фильма. Вот, потом возьмем видение, и мультяшных я хотел бы оставить на финал. Что ж, начнем битву, и черепашки из фильма против сборной клана Фуд. Встречает 4-рукий Фуд и 1 Маусер. Ничего себе. Маусер пошел в атаку, и я сразу же попытаюсь ему отомстить. Ударом ноги с разворота Микеланджело уничтожает этого робота. Супер. Лео из фильма рубит катаной. Удар сверху, и очередной противник уничтожен. Вот, пошли в атаку 4-рукие Футы. Пытаются поцарапать Микки. Немножко это у них получается, но и думаю, ничего страшного. Итак, Раф Митаясаи уничтожает еще одного противника. Остается последний Фут, которого накрывает вот ядовитым облаком с дрона Донни из фильма. Да, чудесно. Итак, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. И здесь уже враг посерьезней. Каррай, Астрозу, Бакстер Стокман, Крис Брэдфорд и еще Ксевер Монтес. Ну что ж, скажу я, друзья, у врагов нету хиллера, но зато Ксевер может налаживать негативные эффекты, уменьшать нашу защиту, поэтому давайте-ка я его попытаюсь уничтожить в первую очередь. Огненный мяч Микеланджело снимает очень мало жизни. Возможно, нужна массовая атака, и Лео сразу же стремится в бой. Вот рубит катанами направо и налево. И вот шутя сметает, вырубает большинство врагов, выживает только Каррай с Бакстером Стокманом, и у них нет шанса, так как Раф из фильма сбрасывает холодильник, подрывает их, уничтожает, и это приносит нам победу. Но впереди еще одна волна. Итак, третья волна. Бакстер Муха, Рокстеди, Тигриный Кокоть, Саблезуб и Бибоп. Ну что я, друзья, скажу, давайте-ка мы пока прокачаем уклонение, чтобы вражеские удары проходили мимо. Вот. Перекусим пиццей, наберемся сил и уже вот собравшись, попробуем уничтожить врагов. Да, кроме того, давайте-ка я усилю нашу атаку. Для этого использую особую технику Лео из фильма. Вот. Кроме того, Раф вызывает врагов на бой, привлекая внимание к себе. Вот, супер. Ну что ж, на врагов нанесен негативный эффект. Это уменьшение скорости. И Донни из фильма при помощи электрического Боб поджаривает Бакстера Муху, но тот выживает. Ненадолго Микеланджело уничтожает его ударом нучак. Вот. Что ж, неплохо, вражеский лекарь уничтожен, но враги активизировались. Тигриный Коготь стреляет, вот Саблезуб кусает. Бибоп прокачивает уклонение благодаря своему танцу, а я вот посылаю в бой вот Лео. Итак, Лео рубит Рокстеди, удар не проходит. Вернее, нам удалось нанести повреждение, но, как видите, Рокстеди выжил ненадолго. Раф добивает его, а вот теперь давайте-ка попробуем взяться за Тигриного Когтя. Здорово наносят повреждения Нунчак и Микки, но, как видите, враг держится и даже контратакует. Тем не менее, будем врага выбивать понемножку, и удар Донни приносит нам победу над Тигриным Когтем. Бибоп стреляет клеевой бомбой, снимает часть жизни с нашего Микки, ну а я продолжаю рубить. Вот с первого удара Лео добивает Саблезуба, и теперь мы будем пытаться уничтожить Бибопа. Хотя у него уклонение, то есть урон понижен. Но все же Микки его достает. И возможно это будет финальный удар. Да, Раф из фильма добивает Бибопа. И это приносит нам победу. Просто здорово. Хороший бой, хорошая победа. И мы идем с вами дальше. А наша награда — это снаряжение Клан Фуд. Еще, друзья, благодаря тому, что мы сыграли с вами на 3 звездочки, можем попробовать добыть этот ингредиент из мешка добычи. Итак, осколки — это все, что нам удалось добыть. Что ж, переходим к следующему эпизоду. И для второго эпизода я беру команду видения. Микки, Донни, вот, Раф и Лео. Команда видения в атаку. А для финального боя я уже возьму мультяшный, как я говорил. Жаль, нету Сплинтера.
Что ж, ничего страшного. Итак, три волны. Вот футы и маусеры. Вот, и сразу же я ускоряю скорость нашего отряда. Для этого Лео Видений использует особый флаг. Вот, кстати, ему удалось еще прокачать броню, что здорово радует. Микки Видений тем временем прокачивает точность. Теперь наши герои будут, кроме того, что носить вот сильные и скоростные, будут точные удары. Супер. Ну а вот теперь особый удар Рафа Видения. Он огненным росчерком поджаривает врага, нанося ему вот негативный урон. Вот постепенное уменьшение здоровья. Донни из Видения тем временем бросает каменную глыбу, уничтожая очередного маусера, а добивает Лео из Видения градом стрел. Супер, ну что ж, первая волна уничтожена, переходим ко второй. Итак, Рокзар, Бибак, Прокстеди, Острозуб и Саблезуб. Хорошая команда, и опять же, вот, я смотрю, есть ли лекарь, которого нужно выбивать в первую очередь, особо его не вижу, поэтому давайте-ка сразу же уже потестируем серпы Микки. Вот, здорово, удалось навешать цепи, вот, и добиваю противника огненным ударом Рафа Видения. Здорово. Бибоп уничтожен. Дальше у нас вот Донни швыряет огромный молот. Пытаясь уничтожить Рокстеди, не получилось. Тем не менее, надеюсь на взрывную тыкву от Лео Видения. Бросает в воздух, подрывает и сносит часть здоровья вражеского отряда. Враги выживают, но опять же, надеюсь, что ненадолго, так как Микки Видения бросает желудь, и голодные белки затаптывают большинство врагов. Выживает только Острозуб. Вот, можем использовать массовую атаку Раф Видения, но я ее хочу пока придержать. Отлично. Мощным ударом выбиваем Острозуба и переходим к следующей волне. Итак, друзья, что я здесь могу сказать? Давайте-ка усиливать нашу атаку, потому что без этого никак. Вот, первым делом, конечно же, будем стараться выбивать вражеского лекаря. Им является Шреддер. Удар проходит, но слабовато. Неплохо все-таки Шреддер держит удар. Карай мстит за своего названного отца. Вот снимает, царапает наш отряд. Микки пытался добить. И да, Микки все-таки добивает Шреддера. А Раф Видения превращается в огненный торнадо и выжигает большую часть вражеского отряда. Выживает только Крис Брэдфорд, который, разбивая доску, пытается что-то сделать. Но опять же, у него нет ни единого шанса. Лео наносит смертельный удар выстрелом из лука, и это приносит нам победу. Да, здорово, хороший бой, хорошая победа, и мы идем с вами дальше. И наша награда — это снаряжение клан Фуд. Просто супер. Итак, друзья, пытаемся еще что-то добыть из мешка добычи, и пока неудачно. Что ж, ничего страшного, переходим к следующему финальному третьему эпизоду, и, как я говорил, я беру команду из мультика. Раф, Донни, Лео и Микеланджело. Вот так здорово это работает. И сейчас посмотрим, что из этого получится. Вперед атаку. Ого, ничего себе. И тут уже у нас есть серьезные враги. Суперфуты. Плюс обычные четырехрукие. И здесь мне первым делом нужно прокачивать уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Ой, смотрите, что делает этот суперфут. Ой-ой-ой-ой, ага, друзья, прошу прощения, это четырехрукие футы, суперфуты, они просто с мечами, вот как рыцари. Ну что ж, я думаю, попробуем нанести тестовый удар. Лео наносит особый удар с разворот, ничего, с первого удара выбивает суперфута. Ой, честно говоря, я не ожидал, что он будет такой слабенький. И смотрите, кстати, как он здорово стреляет лазерным лучом из глаз. Вот, в свою очередь, давайте-ка я усилю нашу атаку. Вот, благодаря ярости Рафа у нас пошло улучшение. И сейчас, возможно, мы вот подорвем кого-то из врагов при помощи бомбы Донни мультяшного. Есть. Очередной враг повержен. Дальше вот Микки. Микки использует дымовую бомбу, выбивает опять же очередного суперфута. Вот, а вот с этими летающими вот футами придется разобраться. Итак, давайте-ка мы помедитируем, усилим, подлечим наш отряд.
Вот проявляется целая куча положительных эффектов. И начнем выбивать опять же врага понемножку. Удар Рапсай с развороту. Раф из мультика. Вот пытался уничтожить. Противника не удалось, но опять же, вот Донни забрасывает его сюрикенами. Супер! Вот. Итак, первая волна пройдена. Переходим ко второй. И здесь у нас Бакстер Стокман, Астерозуб, Рокзар, Саблезуб, еще Крис Брэдфорд. Что ж, ничего страшного. Микки тем временем вот на пиццу вот налил кетчуп, усилил вкус, поглотил, тем самым излечивая и улучшая наш отряд. А я подключаю Лео. И Лео выхватывает две катаны, превращается в стальной смерч, который выбивает Астерозуба. Остальные враги выживают и даже пытаются как-то усилиться. Ой-ой-ой, смотрите, что делает Саблезуб. Он пытался вот, ой-ой-ой, он пытался вот повредить кому-то из наших членов. Вот особо досталось Рафу. Ну что я могу сказать, друзья? Давайте-ка начнем выбивать вот Рокзара. Вот, прокачаем дополнительную защиту от Донни из мультика. Вот, и попробуем запинать Саблезуба. Вот здорово, проходит удар Нучак, и у нас остался финальный удар. Итак, Лео из мультика пинает, бьет Бакстера Стокмана, и это победа практически. Вот осталась только финальная команда. Вот причем два лекаря, Бакстер, Муха и Шреддер, не просто здесь будет победить, но я надеюсь, что у нас все получится. Итак, еще один удар, и понемножку двигаясь, нам удалось все-таки запинать. Вот летучую мышь. Отлично. Ой-ой-ой, да, смотрите, что враги делают. Они пошли в атаку. Вот, но наши герои тоже контратакуют. Биба обстреляет. И что же, и не сумел добить Донни. В свою очередь, Донни вот, наносит мощнейший удар катаны с разворота. Здорово, ух, ничего себе. Итак, Рок, кстати, метает каменные глыбы, пытаясь раздавить Рафа. Это у него не получается. Раф контратакует. И Микки спрашивает, вот, куда мы будем... Ого, как здорово нам удалось прокачать уклонение. Обратите внимание. Вот враг продолжает атаковать. Низи идут в бой. Вот, тем не менее, ударом с развороту Лео пытался выбить и этого лекаря, как-то неудачно. Но, опять же, надеюсь, что у нас все сработает. Здорово! Вот, отлично, просто великолепно. Здоровье вот, уже меньше половины. И нам нужно добивать Шреддера из мультика. Вот, не удалось. Итак, еще один удар. Надеюсь, эта дымовая бомба Микеланджело нам поможет. Да! Микки выбивает вот очередного врага. Здорово. Тигриный коготь отбивается. И смотрите, что он сделает. Здоровье Рафа буквально в красной зоне. Нужно его как-то побеждать. И да, давайте-ка я подключу Бо при помощи... наш герой выбил противника. Тем временем Раф прокачивает свою ярость. Вот, и попробуем сейчас все-таки запинать Рокстеди. Для этого Донни из мультика забрасывает его сюрикенами. И это приносит нам победу. Да. Просто-просто супер. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. А наша награда — это снаряжение клан Фуд. Ну и конечно же мы можем попробовать что-то добыть из мешка добычи. И у нас осталась только последняя попытка. Вот, если не получится, то уже не получится. Нет, удалось найти, заработать $66, прошу прощения. И на этом все. Ну что ж, друзья, сегодняшнее испытание клан Фуд пройдено. На этом я с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!